Всем привет! Так, мы продолжаем, и сегодня у нас 4 глава. Поехали. Сейчас она загрузится. Я пока поставлю на паузу, чтобы взять. Ну, хотя, может быть, смотрите, быстро пошло. Может, не надо будет ставить. Так. Вот наш. Я не знаю, кто это. Волшебник в татуках, весь капюшон там. Так, ну что ж, поехали. Так, что нам нужно? Собираем огоньки, как всегда, обязательно. Вот еще один и еще один. Так, что-то нам дает, чувачок. Что ты наешь? Он нам дает какой-то листик. Посмотреть мы его не можем. Зато окно открыть можем. Так. Ясно. Пошлите в соседнюю комнату. Ой. Так, кто-то у нас сидит в клетке взаперти. Так, огонек. Огонек. Рука от куклы. Так. Для начала соберем куклу. Здесь глаза. Так. Ага, смотрите. Если меня память не подводит, то это все у нас немножко зеркальном отражении должно быть. Так, вроде бы так. Есть. Один готов, вот он. Так, второй у нас пошел. Есть. Ой, переборщил, ну ладно. Есть. Так, второй готов, вот этот. Третий. Ой. Так. Так. Чего-то не так. Ноги. Ноги, ноги, ноги. Вроде правильно. Рука. Нет. А, все, наклон. Еще надо было руку наклонить немножко. И последняя. Но не последняя. Так, поднимаем. Нам надо ее опустить, наоборот. Опускаем ее вниз. Вот так вот, а эту кверху. Так. Теперь. Вот так вот, вроде бы, да? Нет, что-то не так. Это так, это... Блин, правильно? А, все, вот руку не докрутил. Так, берем колечко. И что нам нужно? Возвращаемся назад. Здесь мы можем витрину открыть. В витрине взять голову от куклы. И еще... Нам нужно посчитать глаза. Глаза, посчитать глаза. Так, два. Два, три, два, четыре. Нет. Нет, ладно. Давайте пока дальше куклу собирать. Так, есть.
Где-то у нас рука. Вот еще вот здесь рука сверху. Руку нашли. Руку нашли. Теперь. Теперь по-любому нам нужно вот это решить головоломку. Давайте. Итак, что у нас получается? У нас получается 2, 2, 4, 4. 2, 2, 4, 5. Ошибся. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 2, 2, 4, 5. Правильно. Забираем семечки и на подоконник. У вороны забираем записку. Зачем она нам? Сейчас узнаем. А может и не узнаем. Что нам еще? Ну, еще куклу как бы. Как минимум куклу надо найти. Я вот что-то как-то не это. А, вот ключ нашел. У вороны на шее ключ нашел. Вот она кукла, нашел. Вот она кукла, где была. Так, ладно, кукла есть. Руки, голова есть. А здесь у нас получается fire. Наверное, так сделаем. А, вот. Beholds the edge. Не знаю, второе. Короче, 4, 2, 1 и последняя, fire 5. Есть. Первая, вторая, четвертая, вернее, здесь четвертая, вторая, первая и снизу вторая краска. Забираем два огонька. Что нам это дает, не знаю, но мы можем открыть один ключик. А здесь что-то. А, вот. Забираем куклу и под куклой. Под куклой есть ключик. Забираем ключик и открываем замочек. Вот мы спасли девочку. А, ну, в принципе, быстро мы ее спасли, однако. А это не кукла. Это, вернее, не девочка, это кукла. Заколдованная. Ладно. Пойдем дальше. В наш нож летит. Чувак нас спас. И, наверное, Нет, не погиб. Нет, погиб. Короче, ладно. Мы прошли четвертую главу. Да? Да, мы прошли четвертую главу на этом.